Добрый день! Продолжаем рубрику интервью. Сегодня у меня очень интересная гостья, прекрасная девушка Екатерина, непростой судьбы, непростого диагноза, но тем не менее она молодец, она все преодолела, разобралась, и сейчас она хочет рассказать свою историю, очень полезную и очень наглядную. Катюш, привет! Здравствуйте, спасибо! Как всегда, первый вопрос. Как ты о нас узнала? Ну, узнала я вас с видео на Ютубе и передачу «Мужское и женское». Мне очень нравится эта передача. Вот. Только там сейчас драться нельзя на ней. Но ничего страшного. То есть, судя по всему, драки — это был любимый момент. Да, это был мой любимый момент. Я смотрела серию, только если в заставке была драка. Ну вот сейчас редактора может послушать, что-то поменяется. И начинаем с детства. Полная семья, неполное отношение папы с мамой, вот раннее детство. Все, что помнишь, давай обсудим. Ну, детство я плохо помню. Я помню, точнее, как мне рассказывали, что папа с мамой сошлись, когда были еще очень молоды. И поженились в 20 лет. И как раз 20 лет, когда было моей маме, появилась я. Мне сейчас тоже 20 лет. Вот. А мой папа был наркоманом. У него были проблемы с наркотиками. Мне вот рассказывали историю, что когда бабушка с дедушкой уезжали на дачу, мой папа со своим братом там что-то варили винт или что-то такое в квартире, со всем районом там делились, что-то такое было. Это в квартире, где жили с твоей мамой, где было семейное гнездо, в какой квартире? Да, но это еще во время в школьные годы. А, в школьные годы. То есть уже в школе он уговорил винт? Ну да, мне так рассказали. Понятно. И получается, в 20 лет вот эта скоротечная семья, да, судя по всему, из-за беременности, да, тут же родилась ты. Так, и дальше как у них складывались отношения у твоей мамы с мужем-наркоманом? Ну, папа изменял часто, он приводил домой девушек, говорил, что вот это моя сестра. То есть он твою маму представлял как сестру? Нет, он другую девушку представлял как сестру. Каждый раз новую? Ну нет, один раз такое было. Угу. Так, но в принципе изменял ей, поэтому она его бросила. И было такое, что приходилось искать его по притону, мне мама так рассказывала. Я точно ничего не знаю, потому что мне никто не хочет ничего рассказывать. Как бы. Мне говорят, это будет плохо для твоей психики, плохо скажется. Нет, плохо — это неизвестность, когда ты вынуждена фантазировать. А вот ты сказала, что мама его бросила, и сколько тебе лет было? Не помню, я совсем... Ну, до школы? Да, до школы. Совсем маленькая была? Да, потом в первом классе, когда мне было 6 лет, там какая-то история мутная произошла с тем, что он выпал из окна, а потом умер. То есть он разбился? Нет, он выпал из окна и через какое-то время умер. Ну, такое бывает, что успевают до реанимации довести еще что-то. Я не знаю, что там именно произошло. Не все полеты одинаково летальны. Мама говорит, что может быть из-за наркотиков, а бабушка говорит, что он там антенну чинил и просто случайно упал. Ты к какой версии склоняешься? Я вообще не знаю, что там происходило. Если бы мне говорили правду, я бы что-то знала. То есть в 7 лет ты потеряла отца? В 6, да. В 6. Мама как-то пыталась свою жизнь наладить, других мужчин приводила? О, да. Она привела мужчину, Михаила. Вот, они там... Сколько лет тебе было? Ну, сразу после того, как они расстались. Угу. Так, привела Михаила. И они там дрались, у них там истерики были. Он оскорблял мою маму, бил, унижал при других людях. Правильно ли я понимаю, что твоей маме такие брутальные мужчины нравятся с проблемами? Не знаю, похоже. Сколько они с Михаилом прожили? 10 лет. Вот в драках, в унижениях, в оскорблениях? Ну да, но большая часть все было спокойно, конечно. Михаил много пил, я думаю. То есть поменяла наркомана на алкоголика? Ну да. Угу. А через 10 лет что, уже разошлись? Или Михаил опять антенну починил успешно? Ну да, Михаил, кстати, тоже изменял маме. Вот.
То есть правильно ли я понимаю, вот оба, вот и твое детство с родным отцом, и вот ранее, я имею в виду, и это какие-то абьюзивные, дисфункциональные семьи, где скандалы, где папы там изменяют, да, дома но это не всегда было так. То есть до какого-то определенного момента, когда мама рассталась с Михаилом, все стало хорошо. То есть я раньше чувствовала, будто на меня забили. А потом ко мне начали проявлять какое-то внимание. Сначала это было непривычно, я очень злилась. Почему тебе не все равно на меня, как раньше? Это сколько тебе лет было? Ой, я не помню. Такое ощущение, что у тебя много защит психических, ты на какие-то конкретные вопросы не помнишь. А ты с какого возраста помнишь свое детство, чтобы мы могли как-то детально поговорить? Ты прекрасно молода, тебе 20 лет. Да. Вот первый класс в 6 лет ты помнишь. Нет. А с какого возраста ты себя помнишь? То есть я вот почему-то, по моим ощущениям, какая-то тут серьезная травма зарыта, которую надо... Ну, я, естественно, не буду это делать на камеру, я гуманист. Поэтому, ну вот, с какого возраста ты себя помнишь? Ну, лет с 12. С 12? Да. То есть это уже... Шестой, седьмой класс. Да. Угу. А вот если пораньше все-таки попробовать, с 11, как ты училась? Были ли у тебя в школе подружки? Может быть, какие-то конфликты были, проблемы в учебе? Можешь что-то рассказать? Ну, в 11 лет, когда в 5 класс, я пошла в лицей. И там было просто ужасно. Это был художественный лицей, как раз, где... Поймали недавно педофила, если вы знаете. В Москве художественный лицей, где поймали педофила. Педофил — это педагог этого лицея? Педагог, да. Интересно, что он там преподавал? Живопись, наверное. А, живопись. Ага. Вот. Ну, я его не знаю, я, правда, не видела его. Ну, ты там в лицее не сталкивалась с подобными вещами? Я столкнулась с буллингом. С буллингом. Со стороны кого? Страны вообще абсолютно всех, и учеников, и преподавателей, которые усмеивали мои работы. Мне было... Я пряталась на лестнице и плакала, потому что я понимала, что типа, мне говорили, что у меня нет таланта. Ну как, ты же экзамены сдала, я так понимаю, ты с пачкой работ пришла, что-то какие-то да. задания ну, я выполняла. И год училась. И год училась. То есть тебя хватило на год? Ну, нет, мне просто сказали, типа... У вас нет таланта, заберите лучше свою дочь. Это маме сказали? Да, на просмотре, где я была. И меня мама забрала. Вот, и у меня такая истерика была, просто я а не могу... А ты любишь рисовать? Можно я прерву, уточню? Я не люблю, мне до сих пор эта травма, я не могу рисовать. То есть именно вот из-за того, что так тебя оценили? Да. А до этого любила, судя по всему. Ну, раз ты да. пошла в художественную, то есть тебе это нравилось. Ну, вообще супер история, конечно. Вот нет таланта. Кто это решает? У девочки есть у нее талант или нету таланта? И... Тем более, сколько я знаю историю там живописи всего, иногда даже непонятно, да, человека не признают. Вот если мы возьмем всех... великих художников, мало кто был признан при жизни. Всегда были критики, решали там, таланта нет, еще чего-то нет. И поэтому, особенно когда речь идет о ребенке. Вот человека булили год, и сейчас она закрылась. Для нее рисование, творчество – болезненная тема. Я, наверное, хочу как-то вот к педагогам обратиться, что не надо быть столь критичным в своих оценках. Тем более мы знаем... что мозг у нас дозревает где-то к 22, к 24 годам, и многие вещи в детском возрасте не видны, непонятны. Но само желание ребенка чем-то заниматься уже это огромный плюс. То есть год тебя критиковали, унижали, можно так сказать, я правильно понимаю? Еще как-то... мама, я говорила ей, что мне не нравится тут, что мне плохо. Она такая, учись. То есть была еще под прессингом мама со всех сторон, да. И вот на год хватило, а потом, получается, вернулась в обычную школу. Да, я причем очень сильно поправилась, я заедала свой стресс. Ну, понятно. А очень сильно это сколько? Ну, я была худой, а потом такая
полненько пришла. Ну, 10 килограмм, 20 набрала, не помнишь? Нет. То есть пришлось всю одежду поменять за год. Вернулась ты в свою ту же школу, где училась. Да, и все стало хорошо, и у меня появились друзья, и вообще все классно было. Никто уже твое творчество не критиковал, потому что его мне наоборот говорили: о, как классно ты рисуешь, давай нарисуй меня что-нибудь. То есть ты даже стала рисовать для друзей? Да. Как ты училась? Ну, хорошо, у меня были четверки, пятерки, все было нормально. Какие-то еще увлечения были, кроме рисования? Может быть, ты какие-то секции посещала? Ну, меня мама запихивала в разные секции, но мне ничего не нравилось. Угу. Вот. А ты такой домашний ребенок была или все-таки в какой-то уже компании начала? Я была очень тихим ребенком. Угу. Я смотрела видос от своего дня рождения, где мне было 5 лет, и я там сказала 2 слова. Только и то маме на ушко. А очень тихо. То есть можешь предположить, что ты еще такой очень скромный, зажатый ребенок, да, у которого проблемы с коммуникацией? Ну, у меня были друзья, но, в принципе, не было проблем с этим. Mm-hmm. Вот, но вот лет в 13 вот что-то не то началось. Я почувствовала, что у меня пропал аппетит. Так. Я плохо сплю. Ну, я похудела на 10 килограмм. Ничего себе, прям в 13 лет четко. Ну, в 13-14 лет, так, в какой-то момент, за несколько месяцев. Вот. И тогда же, по-моему, я начала резать себя. Ну, сначала просто царапала, потом уже начала резать. От чего? Что? Ты не помнишь, какие ты проблемы решал через самоповреждение? Вот первые разы я не помню, честно. Я помню только, что у меня была боль очень сильная. Ну, с которой, внутренняя, душевная. Да, я не знала, как с ней справиться. Я у мамы пила Атаракс, у меня были панические атаки. И... Так, это интересно. У мамы были панические атаки. То есть мама тоже у тебя невротика. Да. Такая тревожная, гиперконтролирующая. И ей прописали Атаракс. Я, в общем, у нее украла Атаракс и кушала его, чтобы не слишком сильно нервничать. То есть подросток 13-летний взял у мамы 14, взял у мамы психотропные таблетки и стал в порядке самоназначения их принимать. Да. Это уже в процессе, да? Ты когда начала резаться, поняла, что тебе надо чем-то себя успокаивать. Да. Я поняла, что я сама не справляюсь. Я не знаю, что мне делать с этим. Мама меня словила за руку, схватила, типа, ты что делаешь? Я говорю, блин, не надо, прости. Она говорит, не делай больше так, это такой позор. И мне было очень стыдно, мне до сих пор очень стыдно за это. Я не могу ходить на пляж в купальнике, я не могу там без рукавников ходить на улице. Мне очень неприятно, когда меня спрашивают об этом. Я правильно понимаю, вместо того, чтобы отвести тебя к психологу, еще что-то, мама просто начала тебя стыдить? Ну да, она попросила больше меня так не делать. Ты пошла маме навстречу? Нет, я все равно резалась. Ну, мама уже больше не проверяла, как бы, но она же тебя попросила. Нет, ну она видела. И что, какая была реакция? Никакой. Скажи, пожалуйста, вот психологически, какую боль, какие проблемы ты через самоповреждение решала? Что вдруг в твоей голове в 14 лет вот так вот перевернулось? В какие-то моменты я начинаю чувствовать очень сильную душевную боль. Она несравнима с физической, она несравнима вообще ни с чем. Такое ощущение, будто кто-то тебе разбил сердце прямо сейчас, или дорогой человек умер. Или что-то вообще ужасное произошло. Причем на ровном месте, да? Да, это же на ровном месте. И просто я плачу, я стараюсь справиться с этим сама, я стараюсь просто отвлечься, порисовать или что-то другое сделать. Но оно не уходит, и оно сводит меня с ума, и я начинаю себя резать. Чтобы... Становится легче, да, когда режешь? Чтобы хоть как-то избавиться от этого. Это настолько непереносимая боль, что можно только вот серьезно, разрезав руку, успокоиться. Ну да, но это на самом деле не сильно помогает. А вот Атаракс ты начала пить, и что, полегче стало? Стало меньше резаться?
Нет, я просто засыпала, а когда я спала, я не резалась. И не истерила, и все. Обычно ты это ночью делала, да? В кровати или там в своей комнате? Нет. Ну, я всегда по-разному. Где меня накроют, там я себе и режу. Это может быть в школе, может быть в поликлинике, может быть в торговом центре, дома, в гостях. Я еще раз хочу обратить внимание родителей, что это не бунт, не выпендрешь, какая я крутая, могу себе руку порезать. Это очень тяжелая внутренняя боль ребенка, когда он не может ничем ни отвлечься, ни успокоить себя таблеткой, ни какой-либо деятельностью, там, рисованием, чем-то. Вот она очень точно сказала, что меня так накрывает, что единственный вариант как-то успокоиться. И когда вы начинаете там позорить, стыдить, да ты там что подумают, да тебя у нас отберут, еще что-то, вы все делаете неправильные ходы и усугубляете это состояние. Если вы увидели психическую нестабильность у ребенка, увидели этот self-harming, повреждение, надо идти к специалисту, понятно? Уже зачастую в 13-14 лет особо доверительных отношений с ребенком нет. И все ваши советы будут как об стенку горох. Верно ведь? Что дальше было? Ну, дальше мне исполняется 15 лет. Я прихожу в 10 класс. И в 10 классе я, в общем, знакомлюсь с компанией, такой немножко деструктивной. И мы там пьем каждый день, там употребляем наркотики. То есть 15 лет четко в 10 классе, это не школьные друзья, это уже какая-то компания. Нет, это школьные. Старшеклассники какие-то. Старшеклассники, старшеклассники. И твои одноклассники самые такие деструктивные, у них компания, и вы после школы. Да, мы после школы идем в подъезд. В подъезде. Пьем там всякую, алкоголь. Да, всякое говно, иногда нюхаем что-то. А нюхали что? Ну, вот я только амфетамин, а остальные там мефедрон, что-то, не знаю, я не особо. А часто ты амфетамин употребляла в этой компании в 15 лет-то? Ну, когда деньги были. А деньги это что, карманные, которые мама на пирожок давала? Откуда у тебя деньги у школьницы-то? То есть ты вот, и тебе деньги дают, чтобы ты правильно питалась, там, кушала, а ты... Компанию амфетамином снабжаешь, например, на эти деньги? Нет, я не компания, только себе. Только себе. Давай мы весь список огласим. Потому что на самом деле я как-то пытаюсь Екатерину немножечко растормозить все. Тема не очень веселая. Я понимаю смысл ее психологических защит, то, что она многие вещи вытеснила и с трудом формулирует. Ну вот давай все-таки мы... к этой деятельности. 10 класс, компания, подъезд, алкоголь, да? А ты вот употребила слово «всякое говно». То есть вы что-то такое паленое, дешевое пили? Что это значит? Ну, какой-то мохито, какой-то эссо, бутылки гараж. Какие-то, да, баночки? Да, такие бутылки дешевого, ну, не бутылки, а пакеты дешевого вина, там, все такое. То есть когда родители считают, что вы мало денег даете... Ребенку не хватит, не переживайте. У нас дети очень затейливые, у них пытливый ум. Это будет просто некачественный продукт они будут употреблять. Да, если денег не было, то просто воровали в магазине. Просто воровали? Это как схватил, убежал или спрятал и вышел? Схватил, там? Спрятал и ушел. Угу. Ну, я этого не делала, я просила подружек. Что, вас не ловили, когда вы воровали? Ее ловили. Я и что там, слезы охраннику жалко отпускал или что? Чем эти истории-то заканчиваются? Ну вот, когда ее ловили, меня не было рядом, поэтому я не знаю. Просто вроде отдавать и все, иди. Ну да, ну не получилось, да, Надь. Просто обычно-то, я знаю, могут и полицию вызвать, и протокол составить, и домой отвезти. Дело-то такое, воровство. Ну там не на большие суммы. Все-таки мы даже воровали дешевые. Скажи, пожалуйста, что тебе давала эта компания? Почему вот так вот ты, да, домашний ребенок, и вдруг без бесстрашием в эту пучину там пить всякую бурду,
к воровству людей склонять, наркотики употреблять. Что, какие ты свои проблемы решала? Что это тебе давало? Мне было очень скучно, мне хотелось завести новых друзей. И вообще хотелось какого-то experience, движа. Вот. То есть всегда, когда хочется какого-то экспириенса, движа, друзей, никто не направляет свою энергию в позитивное русло. Я правильно понимаю? Это вот подъезд, шмурдяк какой-то из пакетов, еще что-то. Ну, вот вот такого рода движ и экспириенс. Тогда казалось, лет. Это круто, понимаете? Угу. А было такое, что вот травились, там, рвало, кто-то сознание терял, передозировки, кто-то вас из этого подъезда там вышвыривал, орал вслед, наркоманы проклятые. Были какие-то последствия? Была очень увлекательная история о том, как мне исполнилось 16 лет. Так, звучит многообещающе. Мне день рождения 1 января, в новогоднюю ночь. Я ее праздновала в деревне, на даче. Вот, и ночью я, короче, говорю моей маме, я пошла гулять с друзьями. Она такая, хорошо, дала мне бутылку шампанского, дала стаканчики. Сказала, иди развлекайся. Я такая, окей, пошла развлекаться. Встретила своего друга, мы пошли там немножко понюхали. Вот, купили алкоголь себе, начали пить много. Вот, потом этот друг куда-то пропал, я дальше тусуюсь. В общем, под конец я уже хочу уходить, и смотрю, этот друг лежит на лавочке, признаков жизни не подает. Ничего себе, нормально он отметил. Так. Я в шоке просто, я думаю, капец, что делать, рядом со мной еще какой-то парень, он такой, надо скорую вызвать. Я такая, какая скорая, нас всех загребут, особенно меня, ведь это я с ним поделилась, как бы, наркотиками. Вот. И я, короче, говорю, дай воды, отбираю воду, беру воду в рот, плюю на него, и он воскрешает просто. Ну, вообще у тебя такое мышление уже продвинутого пользователя. Ты сразу следы замести, а вот я угостила, а что подумают. Потому что это очень частая история, к сожалению, когда зависимые не вызывают скорую помощь. Тому, кто с ними употреблял, ему стало плохо. Очень много историй, когда действительно разбегаются, как тараканы, и мы получаем просто тело. Хотя человека спасти могли. Понятно. То есть запомнилось тебе, да, 16-летие? Нет, я просто недавно вспомнила совсем, что было, и такая, вау, как необычно. Ну, вы как-то потом общались с этим другом? Как он вообще объяснил, что с ним случилось? Ну... Сказала, тут какой-то фигни дала, мне плохо стало. Ну и продолжил с тобой употреблять. Да. Мы еще правильно. Такую фигню употребляли, тоже мне на даче сказали. А вот это все, триган, там, клей, еще что-то. У тебя такой пытливый ум, что-то еще пробовал? Аптечную форму какие-то не, таблетки? Не, я только наблюдала. Только наблюдала, как они. Ну, употребляла ваша компания аптеку? Нет, это на даче только там. На даче там, местные? Ну, они не триганды, они вот, вот эти орехи мускатные, аэрозоли как-то задышали. Через пакеты баллончики, да? Вот. Ну, мы, конечно, как москвичи, всегда были в шоке с деревенских. Ой, да, коньяк из канистры. Потом все тут лечатся с нарушением зрения, да. Вот коньяки из канистры, да. Не пейте коньяк из канистры. Коньяк канистрами не продается. Любовь похожая на сон. Мне хочется вот романтическую сторону твоей жизни спросить. Все-таки 16 лет, когда у тебя там эта первая влюбленность, как она протекала? Ну, я влюбилась в 15, получается, встречалась 2,5 года с молодым человеком. Угу. Он пытался вытащить меня из этой компании, у него это получилось, еще потому что я начала готовиться к ЕГЭ. Угу. Вот. Меня мама замотивировала, что если я не поступлю сама на бюджет, то она оплачивать образование не будет. И я останусь без образования вообще. Вот. И я замотивированная пошла учиться, вообще перестала гулять. И мы встречались, и все было классно. Периодически я, правда, резала себя, но так как бы... А что расстались-то?
Вот это очень сложный вопрос, почему так произошло. Кто кого бросил? Я его бросила. Я, если честно, до сих пор не знаю, почему я это сделала. Ну, просто мне тогда так захотелось. Ну, ты как-то переживала или что-то, или бросила его? Мне очень плохо было. У меня была очень сильная тревога, плохое настроение, при этом я не могла сидеть на месте. Я бегала как сумасшедшая. То есть мне 18 лет, когда мне исполнилось, это было лето. Нет, исполнилось мне зимой, а вот это все начало происходить летом. Вот. Там такая история даже была, что я порвала связки на ноге и пошла гулять. Ну, там частичный разрыв связок был. Выпила обезболивающее, пошла гулять, пошла пить дальше, она пьяная была. И не могла уже идти, меня тащили на руках, я продолжала пить, и на следующий день меня там повезли в больницу, мне забинтовывать ногу, вот, и я где-то месяц прыгала на ноге, это не мешало мне ни встречаться с парнями и с девушками, ни мешало пить, и это было просто ужасно, потому что я не могла чем-то заниматься, не могла смотреть кино. А чем тебе смотреть кино мешает порванная связка на ноге? Нет, мешает мне мое состояние. То есть... А, общее состояние горе, что расстались? Нет, это не горе, это просто, это было ужасное чувство, с которым я не могла никак. Ну, ты можешь описать чувство? У нас каждое чувство имеет свои названия. Блин. Что ты там нервничала очень сильно? Тебя тревога накрыла какая-то необычайная. Тревога была и очень сильная боль. Угу. Опять резаться начала, да? Да. Понятно. А он как-то пытался вернуться что-то или вот да, все? Да, пытался, ну, конечно. Но я не хотела. Ты уже не хотела, да? Такая ты противоречивая натура. Мне тревожно, плохо, я режусь, но вернуться ему шанса не дам. Ну, мне казалось, что я одна, что он меня не поймет. 18 лет я с ним рассталась, я в 17 еще поступила в институт. Угу. В общем, после первого курса... Как раз летом я с ним рассталась, и мне стало резко очень плохо, я не могла ничем заниматься, поэтому я решила пойти бухать каждый день. Мне это очень помогло, хотя бы засыпать. Вот. Мы сейчас не рекламируем алкоголь, это никоим образом не снотворное, не антидепрессант, хотя большинство людей продолжают так считать. Давай перейдем к твоей вот проблеме, к твоему заболеванию. Вот с какого возраста, как эти фазы меняли друг друга, продолжительность? Расскажи нам, ну, пожалуйста. Вот как раз в 18 лет вот самая жесть началась. Угу. Как раз вот когда я рассталась с парнем, непонятно почему, это был первый такой эпизод, очень яркий. Я не знаю, что это за фаза была, может, депрессия или смешанная, что. Мания – это когда мало спишь, нету аппетита, движ. Депрессия – это нету сил, нет настроения. А вот у только... меня не было сил, не было настроения, но при этом была сильная тревога, которая заставляла меня двигаться, постоянно бегать. То есть места себе не находила, можно сказать. Так. И как ты только алкоголем с этим боролась или все-таки до специалиста дошла? Нет, я не дошла до специалиста, у меня само прошло. Само прошло. А когда ты первый раз к врачам обратилась в связи со своим состоянием? Через полгода. Это вот зимой. Зимой. А суицидальные попытки были после или до? О, сейчас вспомню. После. После. Тогда давай хронологию восстанавливать. Зимой уже тебе, судя по всему, совсем плохо стало, да. И ты решила дойти до специалиста. Ты сама решила? Да. Угу. Куда ты обращалась, с чем? Я обратилась, я сначала написала своему другу, говорю, блин, что-то мне кажется, мне плохо, может быть, у меня депрессия. Угу. Он такой, ну, сходи к психоаналитику. Я такая, кто подумайте, это? Подумайте, какая связь. Угу. Я, кто такой психоаналитик? Ну, ладно, если он посоветовал, схожу. Угу. Я прихожу к психоаналитику, что-то с ним разговариваем, я даже не знаю, о чем с ним поговорить. Ну, она мне говорит, что все мои проблемы от того, что я пытаюсь сдерживать свои эмоции.
что-то такое. Надо прекратить. В общем, я перестала к ней ходить, потому что мне не помогло это никак. Ну, мы все-таки в обществе живем. Если все эмоции выплескивать, то, может быть, и не поможет. Сколько походили-то к психоаналитику? Ну, раза 3-4. Нет эффекта. Лечение она, естественно, не назначила, депрессию не увидела. Да. Так, что было дальше? А дальше у меня депрессия прошла сама опять. Вот. И получается, не через год, осенью я опять обратилась уже к психиатру. Опять с депрессией. Опять с депрессией. Так. Осенью я пришла к психиатру, говорю, блин, мне кажется, депрессия. Она такая, блин, да. Я себе так и представляю этот диалог. Так и было, примерно. Приписала мне Залофт. Залофт, да. Любит молодым выписывать Залофт сходу. Ну, правильно, в принципе. А потом я говорю, вы знаете, я иногда так сильно нервничаю, что могу воткнуть в руку циркуль. Это нормально? Она такая, нет, выписала мне еще нейролептик. Нейролептик, а какой, не помнишь? Нет, не помню. Так. Ну, в общем, это лечение помогло мне попасть в дурку. Вот это поподробнее, как помогло? Что, стало хуже на фоне терапии? Да, мне стало прям очень плохо. А в чем это выражалось очень плохо? Ну, у меня было ужасное настроение, мне все время хотелось плакать. При этом у меня были силы что-то делать, я истерила постоянно, у меня тряслись руки, стучали зубы. Мама даже уже... Скажи, пожалуйста, а вот доктор назначил терапию, он как-то попросил обратную связь или сказал там, если что не так, сразу приходи, чтобы я откорректировал, или как это было? Нет. На тебе, иди лечись. На тебе, иди лечись. И сколько ты в таком состоянии, вот такой тяжелой уже ажитации пробыла? Ну, вначале было не совсем тяжело. Я обратилась заранее, потому что я знала, что дальше будет хуже. Я пыталась бороться с этим сама. То есть я знала, что вот раньше мне нравилось вкусно покушать. Наверное, надо что-то вкусное съесть, и станет лучше. Раньше мне хотелось путешествовать. Поеду-ка я в другой город съезжу, может, мне станет получше. Не стало. Вообще ничего не стало лучше. Так как ты попала в психиатрическую клинику? Расскажи, пожалуйста. Меня мама сдала. А что не так-то случилось? Что маме не понравилось? Ну, она на меня кричала, типа, почему ты не появляешься дома, куда ты пропадаешь по ночам? И что-то, а я плачу, я ничего не могу сделать. Она кричит, успокойся. А я не могу успокоиться, из-за этого мне еще хуже становится. Мне начинают стучать зубы, меня начинает трясти, прям как будто током немножко шарахает, так передергивает. Еще там она спалила то, что я наелась таблеток. И это еще... уже который психиатр выписал? Нет, я украла его. У своего парня, но я потом расскажу. У парня что были за таблетки? Не помню, он тоже таракс. А у тебя параллельно еще новый парень появился? Да. А у него тоже биполярка и пограничник. То есть, можно сказать, вы нашли друг друга? Да. Так. И что у вас были за отношения? Да куча. Ну вот, недостаточное лечение, тебе плохо, ты в тревоге, еще и парень с такими же симптомами. Нет, я сначала скажу, как я в дурку попала. Да, давай. В дурку я попала, потому что В какой ты лежал-то психиатрической клинике? На Потешной. Я попала туда, потому что я наелась таблеток перед этим. Еще мама спалила то, что я опять начала резать руки. И еще у меня случались страшные эти истерики, которые я вообще лежала на полу, рыдала, и нельзя со мной было ничего сделать. То есть мама в такой момент вызвала психиатрическую бригаду? Нет, мама хотела вызвать, но я начала орать, типа, не вызывай дурку, только не вызывай дурку. Она не вызвала дурку, она просто утром встала, вызвала такси, ну, я как овощ. И отвезла в дурку? Да, я отвезла в дурку. Так, там что, доктора прям сразу приняли, все нормально? Да. Похоже, мама все рассказала, руки показали? Да. Она сказала, это как санаторий, полежи немножко.
Угу. Как в санатории-то было? Расскажите. Это была вообще песня. Угу. Я туда попала, мне сразу там не понравилось. Все врачи стояли для меня злейшими врагами. Угу. Я их просто ненавидела. А что они такого-то сделали? Не выпускали меня из дурки. Только по этой причине? Да. То есть общались вежливо, пытались помочь, просто нельзя было покинуть вот так вот. Они не общались со мной, они приходили раз в день и спрашивали, как дела. Угу. Я говорила, все классно. Потом они уходили, и я там выблевывала еду, которую ела там. Почему? Это был мой протест. А, протест. Угу. То есть специально вызывала рвоту. Да, еще я грызла руки до крови. Согласись, вот ты хочешь максимально быстро выйти, поэтому что надо делать? Да, вот вызывать рвоту едой, грызть руки, вводить в заблуждение докторов, говорить, у меня все хорошо, доктор вышел, ты тут же начинаешь исполнять. Как ты думаешь, вот что в голове у врачей, которые это видели? Они меня выпустили. Они сказали, что со мной все нормально, что это мои особенности характера. Вот. Я тогда так тоже... Через сколько, хочется спросить? Через неделю. Через неделю. Понятно. Меня мама забрала под свою ответственность, потому что то есть все-таки тебя мама забрала под свою ответственность? Да. А не доктора тебя выпустили? Доктора мне не хотели выпускать. Вот именно. Поэтому так и говори, называй все своими именами, что мама приехала, написала заявление. Да. Ну, а, блин, а зачем они меня будут там держать, если у меня просто особенности характера, подумала я, и типа... Забирайте меня. Все. Когда все-таки был поставлен диагноз, мне интересно. Ну, это еще очень долго. Сейчас я расскажу про своего парня, который тоже была биполярка. Угу. Вот. Ему было 16 на тот момент, когда мы познакомились. И он был немножко странненький. Угу. Мы с ним жили, в какой-то момент начали жить вместе в квартире, которую он снимал, он типа блогер. В чем это выражалось? И были какие-то особенности во взаимоотношениях? Да, у него было РПП. Он, в виде чего? Он все время булимия, он все время ходил в туалет. После каждого приема пищи почти. Угу. Еще он тоже резал себя. Угу. И в 16 лет, ну в 17, по-моему, ему исполнилось уже, мы вместе переехали на квартиру, он ее снимал. Он блогер, зарабатывает этим. Угу. Вот, и в квартире, конечно, был трэш, потому что там все было в наших таблетках, потому что мы пили очень много таблеток. А, в ванной лежало мое лезвие, все было в крови, а туалет был, ну... Ну, понятно, в чем, можно не уточнять. Да. И вот иногда даже приходил какой-нибудь сантехник, а у меня там полотенце окровавленное лежит, он такой, типа, что это? Вот, однажды с ним была такая интересная история. Я что-то... Пишет он мне. Я сейчас покончу жизнь самоубийством, не приезжай ко мне, все плохо. Я такая, ну, раз он пишет не приезжать, я и не приеду. Ну, я и не приехала. Вот. А расчет был наоборот, что ты примчишься? Ну, да. Ох. Ну, обычно девушки так себя ведут, ну тебе повезло, у тебя парень такой был. Угу. Да. Ну, я что-то через несколько часов так подумала, написала другу, блин, может приехать, может что-то случилось. Может случилось что? Да, надо все-таки приехать. Так. Приезжаю, он мне рассказывает, я порезал руки, съел таблетки и вызвался скорую. Я такая, ну, показываю, как ты руки порезал. Смотрю и говорю, пф, ты что, вилкой резался? Как вообще можно так руки резать слабо? Он так обиделся на меня просто. Ну, а скорая его не забрала или про скорую он тоже врал? Не знаю. То есть ты приехала, можно сказать, его опустила, что он такой тряпичный суицидент, развернулась и ушла, да? Нет, как осталось. Как эта история была? Осталась? Да. Так, дальше что было? Да ничего, у нас все время были скандалы, истерики, и бедные наши соседи просто, мы все это слышали. А что он за контент делал? Вот такого рода, что ли? Трэш-контент какой-то? Да, он выкладывал в телегу свои руки, он рассказывал про свои ментальные заболевания. А и много подписчиков-то было?
Да не то чтобы очень много. Ну, он на Твиче сейчас. И что, это позволяло мне работать? Ну, это была его работа. Он каждый день стримил. Я понял. У нас целое поколение людей выросло, которые считают, что вот такой трэш делать, выкладывать, это называется работа. Еще это деньги приносит. Я считаю, что это печальная и очень большая недоработка государства. Но это мое личное убеждение. Продолжаем разговор. Просто его мама не давала деньги на лекарства, а ему надо было как-то деньги получать. Из школы он ушел. Ну, вариант работать, конечно, не рассматривался. Да? Лучше, конечно, дичь-контент. Это произошло после того, как я попала в дневной стационар. Дневной стационар – это вот для зрителей скажу, что это как дурка, но только ты приходишь туда с утра, и утром все вот лекарства получаешь и уходишь там по своим делам потом. Вот. Я в этот дневной стационар пошла получить справку, потому что в какой-то момент у меня, похоже, началась гипомания, и я решила устроиться на работу, потому что мама мне всегда говорила: все мои беды от того, что я ничего не делаю и не работаю. Если бы я пойду на работу, устроюсь, то у меня все пройдет. Да, такая. Ты перестанешь маяться и сразу станешь идеальной. Да, я устроилась на работу, чтобы так было. Кем? Продавцом обуви. Так, пошла за справкой. А за справкой тебя зачем послали? Потому что вместо того, чтобы сдавать сессию, я устроилась работать продавцом обуви. Вот. Пошла, значит, в дом. И возникли сомнения в твоей вменяемости, я правильно понимаю? Ну, нет, просто я не смогла бы закрыть сессию. А, ты в академ? Да, я в академ. Все, ну, а то ты так говоришь справку, я до конца не понял. То есть ты пошла за справкой в академ по психиатрическому заболеванию. Тебе предложили дневной стационар. Да. Увидели, что у тебя маниакальное состояние. Нет, не увидели. Не увидели, на ровном месте предложили. Мне сказала, что у меня депрессия. А, действительно. Я прошла, у меня руки все изрезаны были. Вот. А в дурке было, ну, в принципе, интересно. Я там с дедулечками познакомилась, там общалась со всеми. Там был еще один очень интересный врач, который проявлял ко мне знаки внимания. Класс. Звал гулять. Сказала, что поможет мне каким-то особым методом лечения. Звал в гости, но я не пошла. Это был студент, вот, который проходил практику в этой дурке. Да, меня вызывал главный по дневному стационару к себе и говорил, типа, так неправильно, не ходи с ним гулять. Он давал клятву Гиппократа. Подожди, а почему тебя главное, тебя, а не его вызывал? Мне его вот и меня. Интересно. Мне кажется, после этого у него практика должна была прекратиться. А, ну, что? Чисто теоретически. Ну, я как поняла, что его не смогли выгнать просто. И вот так. Вот. Мне там прописали лекарства, из-за которых меня клонило в сон постоянно. Я об этом говорила, но меня не слышали. Поэтому я решила обратиться к частному психиатру. Так. Пришла, говорю, типа, смените мне таблетки. Мне не помогают. Ну, то есть они мне помогают, но я все время хочу спать. Он меня, днем. Я уже тогда перестала пить таблетки, и он меня спрашивает, типа, как вы себя чувствуете? Я говорю, все отлично. Он меня спрашивает, сколько вы спали сегодня? Я говорю, я вообще сегодня не спала, я всю ночь учила английский, я вообще переезжаю из России, вообще все будет круто. Сейчас приду домой, еще буду чем-то заниматься. И он такой, понятненько. Поставил мне диагноз, ну, предварительно биполярное расстройство. То есть он увидел твою манию, да, вот это ты все озвучила, свой бред величия и всемогущества. Да. Ему, то есть он тебя не госпитализировал, просто на глазок предположил на основании консультации, что у тебя биполярка, и назначил тебе терапию. Да. И у меня началась депрессия. Прям сразу? Ну, когда я начала пить таблетки, через какое-то время у меня началось... Ну, таблетки должны были вначале убрать манию, то есть выровнять тебя. Да, они убрали манию, и я скатилась как-то, ну, не вниз, то есть у меня было смешанное расстройство, мне сказали в дневном сценарии, что это смешанная фаза. Когда я кидалась на своего брата с дракой, когда я там всех оскорбляла, там кричала,
Так. Вот так мне поставили диагноз. Наконец. То есть это вот доктор платный на консультации тебе это сказал, да. Назначил терапию. Какие дальнейшие были твои шаги по работе с биполярным расстройством? Я пила таблетки. Но в какой-то момент все стало очень плохо. Я опять решила покончить с собой. Когда ты руки резала, и тебя мама отправила? Когда я руки резала, мама. Это первый раз был? Ну да. А второй? Их много раз было. Но все время через порезы? Нет, таблетки тоже ела. Я съела таблеток очень много. Каких? Чего ты съела очень много? Каких-то таблеток. Ну, я все, что нашла, то и съела. Так. Потом мне стало страшно, я пошла все выблеву. И я посидела, подумала, типа, блин, может, надо это психиатру сообщить, что-то не то. Ну, естественно, да. Ну, я сообщила, мне прописали антидепрессанты. В общем, я что пью, что не пью антидепрессанты, мне вообще все равно на них. Депрессия не проходит. Мне все-таки кажется, что у тебя коммуникация с докторами нарушена. Ну вот доктор назначает терапию, просит обратную связь, корректирует дозу, меняет препарат. Это всегда очень активный, я бы даже сказал, творческий процесс, чтобы вот какой-то общий там, знаменатель с тем, чем ты занимаешься. То есть это не всегда просто. Вот на тебе таблетку, завтра будет такой-то эффект. Ну просто я не знаю, с какой проблемой стоит уже обращаться к врачу. Любой, который тебя не устраивает, мешает твоей жизни. То есть ты продолжаешь заниматься самоповреждениями, у тебя наблюдается там смена фаз от мании до депрессии. Ну и в общем, я так понимаю, это же сказывается на твоей жизни, на учебе, то, что ты академ взяла. Я так понимаю, продавцом ты не вышла работать обуви. Какой-то вышла, там, я вышла? Проработала недели две. Недели две, да, я понимаю. А что, ушла? Надоело. Надоело. То есть сейчас ты в академии сидишь? Да. Ну, я хожу на пары. Куда ходишь? На пары хожу. Как это возможно? Ну, неофициально просто. А, неофициально. Просто учишься, чтобы потом быстро сдать. Да. Надеюсь, декан не увидит это видео. Ну, мы можем, в принципе, вырезать, чтобы тебя не подставлять. Не, все хорошо. Ну, а с другой стороны, что ты нарушаешь? У тебя... официальный диагноз, который дает тебе возможность брать академотпуск. Ну, ходишь ты там на эти пары что-то послушать. Это что, какой-то криминал в глазах учителей? Главное, что есть комиссия, есть документы, и чего тогда? Пожалуйста, потом тебя восстановят. Надеюсь. Так что у тебя в жизни сейчас? Ну, вот недавно у меня опять началась депрессия, то есть до этого у меня была мания, гипомания. Я бегала там, как сумасшедшая, творила не очень хорошие дела. А что, опять употребляла, что ли? Нет. Просто ругалась с окружающими? Нет. Я не хочу об этом говорить. Ладно, хорошо, не будем. Так. Вот. И потом я упала в депрессию. И мне надо было справку получить в универ, что я здорова. Я пошла в дневной стационар, прихожу туда к начальнику дневного стационара, и просто я начинаю плакать и говорить, типа, помогите мне, я не могу справиться, сделайте что-нибудь. Вот, они сказали, ну все, давай опять к нам в дневной стационар, записали меня снова в дневной стационар. Я там у врача сидела, рыдала. Мне врач сказал, что если сейчас я не успокоюсь, меня в дурку отправят. Прям так и говорят? Да. Это успокаивает, правда. Ну, может быть, это и успокаивает, скорее это пугает. Но, на мой взгляд, это такое неэтичное общение. Как бы, ладно. И что? Ну, сейчас я хожу в дневной стационар. Занимаюсь на группах по ДБТ. По ДБТ, да? Да. Ты довольна своим психотерапевтом? Да. То есть как-то немножечко понимание есть по стратегиям поведения, по всему, да, как на что реагировать. Я могу написать своему психотерапевту, что, допустим, вот в данный момент я хочу там порезать себя или что-то такое. Или не могу встать с кровати, чтобы он меня
финал. Ну, она точнее. Угу. Вот. А это продолжается, эта симптоматика, что тебе хочется себя порезать или нету сил вставать в кровать? Ну, про порезать, ну, сейчас уже нет, но оно бывает пропадает на несколько месяцев. Но вот то, что нет сил вставать в кровать, это прям очень про меня сейчас. Я вот буквально вчера заставляла себя несколько часов встать и пойти на пары. Я все-таки смогла это сделать. Я встала, пошла на пары. На парах я писала всем своим друзьям, я ныла о том, как мне плохо, как я хочу оттуда уйти поскорее. Пришла домой, легла просто как овощ, и все, я встать не могу. Вот. Но потом и получше стало. То есть я могу предположить, что ты сейчас в процессе подбора нормальной терапии, и плюс проходишь психотерапию. Да. На самом деле, ну, в академии, потом с перспективой восстановления. В общем, ты сейчас сконцентрирована на здоровье. Да, но мне мама говорит, что это меня врачи залечили, что со мной все хорошо. То есть перестань пить таблетки, все будет хорошо? Что мама говорит? Ну, нет, она говорит, что все со мной в принципе хорошо, что... Вот ты с 15 лет руки режешь, это нормально? Тоже врачи виноваты? Не знаю. Не знаешь? Ну, я же не могу в ее мысли залезть. Ну, я понимаю. А у нее все еще панические атаки продолжаются? Она... Нет, она вылечилась. Вылечилась. Она сказала, вот я вылечилась, значит, ты тоже сможешь. Вот у меня были сложности. Только, к сожалению, это разный уровень проблемы, да? Когда мы говорим о невротическом уровне, это действительно обратимые функциональные расстройства. Когда мы говорим о биполярном расстройстве, это посерьезнее. Ну, мама не психиатр, в принципе, она может говорить любые глупости. У меня бабушка еще так считает. Они То есть все тебя тюкают, говорят, ничего у тебя серьезного нет, не надо лечиться, давай иди работай, учись. Нет. Ну, мне просто понять, что... Мне говорят, типа, не то, что не надо лечиться, я спрашиваю, типа, что мне тогда... Вообще не лечиться, мам. Угу. Перестать пить таблетки, она такая молчит мне на это. Угу. Вот. Ну вот у тебя какой план на жизнь? У тебя есть какой-то горизонт планирования, чего ты хочешь? Там закончить учебу, да. Семью создать, работу найти? Вот есть понимание? Я очень хочу, чтобы мое эмоциональное состояние выровнялось, чтобы меня больше не бросало, не было таких ужасных скачков, потому что это просто невозможно. Я вот еще несколько дней назад, я думала, все, если так дальше будет продолжаться, я просто не справлюсь, я не вывожу больше эту жизнь. Я вот своему новому парню каждый день устраивала истерики, каждый день говорила, все, я ухожу. Собирала вещи, уходила, и через 10 минут возвращалась, говорила, прости меня, мой дорогой. Ну, мы можем с тобой договориться, что если вдруг ты что-то действительно не вытягиваешь, какое-то лечение недостаточное, чтобы ты обратилась к нам за помощью, допустим, в мою клинику легла тут подлечиться. С условием максимального комфорта, там, свободы, надо что-то там выходить, общаться, то есть, чтобы мы как-то уже закрыли этот вопрос. Ну да. Ну как-то не уверена. Не боюсь в дурку ложиться. Мне в прошлый раз так плохо было. Вот самая такая ошибка, да, первый опыт. Особенно, когда человек рассказывает, что я там у себя вызывала рвоту, пыталась там перегрызть себе руки, то есть вела себя максимально неадекватно с точки зрения психиатров. Они, соответственно, принимали какие-то меры, и на основании этого я делаю вывод, что все клиники плохие, все доктора неадекватные, могут любой сюрприз устроить. Ну, ты же понимаешь, что это не так. Вот ты ко мне приехала на интервью, смотришь мои видео. Я, наверное, впечатление адекватного человека произвожу. Да, мне считаешь? Очень нравится ваше видео. Может быть, там слегка циничного, еще какого-то. Но ты веришь, что у меня основная задача решить проблему, то есть помочь, чтобы эмоциональное состояние было стабильное, чтобы ты доучилась, стала там гениальным реставратором, еще, чтобы ты реализовалась в жизни, чтобы у тебя все было хорошо. И большинство врачей такие, представляешь?
Да, когда я начала рассказывать всем вокруг про то, что у меня вот болезнь и что мне плохо, я была удивлена, но все начали поддерживать меня. Я думала, Хороших-то людей больше. да, я думала, что всем все равно или всем будут так, да что это твоя депрессия? Все говорят, ой, депрессия, это очень серьезно, лечись. Все правильно. Ты тому пример. Вон у тебя руки в каком состоянии, что это даже через сетку видно твои рубцы. Надо было ехать зашиваться, но я не поехала. Ну, видишь, это же состояние, которое характеризуется высокой степенью неуправляемости. Конечно, под действием психотерапии ты станешь более предсказуемой, в том числе для самой себя, но это определенная работа, которую надо сделать. Это именно надо собраться, надо подобрать терапию, которая уберет вот эти аффективные качели, более-менее тебя выровняет. И без маний, которые часто пациентам нравятся, и без депрессий, в которых долго жить невозможно. Ну и основное, вот подготовиться к жизни, получить набор стратегий на все случаи жизни. И вот дальше вперед, как говорится. Я думаю, что все-таки вот вы увидели, что состояние, да, вроде бы модный диагноз, да, вот биполярка, я знаю, подростки любят этим кичиться, рассказывать, но на самом деле это фантазии тех, у кого этого состояния нет. Вот у нас пришла прекрасная девушка Екатерина, у которой действительно эта проблема есть, и она совершенно не рада. Я думаю, она много бы дала, чтобы у нее этой биполярки не было. Она могла нормально работать, учиться, строить отношения. Поэтому вот я против модных диагнозов, против самодиагностики, против стигматизации опять психиатрии, да, даже слово дурка мне очень сильно режет уши, но я понимаю, что это сленг. Я понимаю, что она где-то пострадала, прикоснувшись к этой области, и вот так вот в том числе выражает свое отношение. Хотя на самом деле, когда стало плохо, она все равно собралась, дошла до докторов, она посещает дневной стационар, работает с психотерапевтом. Я вижу усилия, я вижу, как ей тяжело. Понятно, что это интервью будет короче других, потому что мы делаем паузы, мы даем отдыхать. Человек реально еще не выбрался из депрессии, ей тяжело. Поэтому вот отнеситесь с пониманием. В том числе и один из симптомов депрессии – это замедление мышления, где-то вот ослабление памяти, нарушение концентрации, когда человек не может вот поддерживать беседу в привычном темпе. Вы и меня-то постоянно пинаете, что меня там нужно на каких-то скоростях смотреть. 1,25, полтора, кто... Некоторые электроники на двух смотрят, у них, очевидно, маниакальное состояние, мозг работает очень быстро. Ну вот тут вы увидели, как оно бывает. Я предлагаю все-таки тебе обратиться, как-то сформулировать, что вот, чтобы у людей руки не отпускались, и они все-таки, даже несмотря на стигматизацию, дыхают. Ну, скажи, что хочешь, вот от души. Я хочу, чтобы все люди, которые чувствуют, что с ними что-то не так, обязательно обращались к врачу, а лучше не к одному, а к нескольким, если вдруг там один будет плохой. Вот, чтобы у вас была постоянная связь с вашим психологом, или если нет денег на психолога, то с другом, которым можно всегда поделиться в кризисные моменты. Это очень важно. Важно не пытаться прожить этим самостоятельно, а делиться с другими людьми и давать им возможность помочь. Вот что я считаю. Да, хорошие слова. Я тоже согласен, что всякие бывают жизненные кризисные ситуации. Иногда адекватный хороший друг тоже может полноценную поддержку оказать. Но все-таки добирайтесь до специалистов, пожалуйста. Чем раньше поставлен диагноз, чем раньше начато лечение, тем проще удается многие вещи купировать. Еще раз, не стигматизируйте психиатрию. Не возник терапевтический контакт с врачом, действительно, какие-то сомнения, просто лучше
поменяйте специалиста, но не придумывайте, что все доктора там плохие, желают вам зла, еще чего-то. Ну, нету никаких оснований человеку с проблемой, который пришел к тебе за решением, чтобы ты ему помог, чтобы ты его вылечил, а ты вот сидишь тут такая жаба и просто мечтаешь сделать ему хуже. Не придумывайте, пожалуйста, то, чего нет. Ну, я считаю, что очень показательное интервью. Я понимаю твое состояние, низкий энергетический потенциал. Спасибо, что, тем не менее, ты дошла. Так жаль, мне хотелось прям хорошо поговорить. Мы хорошо поговорили, очень показательно. Я все-таки думаю, что когда динамика будет, может быть, мы какое-то продолжение снимем без проблем. Мы сейчас обменяемся телефонами, я буду с тобой на связи. Если какая-то будет неудовлетворенность лечением, еще тем более ты тут рядом живешь, да, уже во всем присутствует судьба. Ты просто обратишься, и мы тогда поработаем, хорошо? Договорились. Спасибо тебе огромное, что дошла. Вам спасибо.